знаете, проводников, узурпаторы. Захватили власть. Узурпаторы. А чего полы не моют? А зачем полы мыть? Вам взяли за это состояние. Проштрафившиеся составляют мыть. Проштрафившись, они с ним в два раза больше не будут. Вот этих двух вчера мужиков бухих. А 1500 с них сняли, 3000 заработал начальник поезда. Только что я хочу начальником поезда заработать. Я ему сказал, сад ниже заходит. У тебя тоже всегда будет расти, да? Всех на чистую воду выведу. Всех выйдет на один останусь. Буду зарабатывать. И поезда остановлю. Нехрен кататься. Шел я. Природу нарушаю. Куда едешь? Нехрен сиди там. Кемерово? Сиди в Кемерово. Надо пешком идти. Лови этого лаблака. Слушай, а Блаблакар не дешевый, ты бы шел бы? Не, надо так. Я не поехал бы на Блаблакар, это чё? Это вам делать нехрена. Молодой. Я думаю, Блаблакар, я твою станцию. Вот приехал бы я к племени, в верхнюшку бросил и уехал обратно. Чё будешь делать? Не знаю. Трясется как собачий хвост. В Владимире стоим 30 минут, а здесь 24. Что между ними даже щели есть, да? Ну, не ровно, не горизонтально камера стоит. И что, булавки нет? Потому что бумажка торчит тогда. Паспорт. Только что вот ты сказал.
деньги будешь засунуть. Зарядку платил, чтобы свет включили, платил. Это обошлось нам все это порядка 4000 рублей. Кошмар. А самолет решили не выйти. Абонемент купил в туалет или каждый раз пойдешь? Ну, каждый раз я редко хожу. Я бы не имел себя дешевле в 2 раза. Яблоко. Там снизу тоже облака или снег? На земле снег. Вот. Железнодорожная путь. Да не здесь, а вот там. Нет, мы тут по облакам едем. Посмотри, как мы высоко едем. Да. Это что за река? Это мы на Уральском перевале. В 600 километрах от Москвы. 600 это... Ух ты, какой! 600, нет, что такое слово? Есть. 600? Да. Этот, смотри название. Это две лунки. Рыбаки. Сейчас свой талисман название какое? Это луга. Это луга? Я не вижу. Ну, дорожный указатель стоял. Не видно, я РЖД. Нахрен ты РЖД. Река ведь луга. Локомотив вчера выиграл 1-0. У Ниццы. Долбанный Локомотив. Мало того, что взятки берут, непонятно еще. Ну, смотри, сколько домиков. Содержи эту команду. Это. Я не успеваю посмотреть. Слишком близко. Может, нижний проезжаем? Все в пару. Наверное, скот кормить, вот они разогревают солому, силос. Я так думаю, ферма, наверное. Вон, смотри, совсем развалюхи стоят. Ну, тропинка протоптана. Ну, машина стоит.
О, смотри, какие. Вон еще машины. Эти дым столбы. Он просыпается, вот он. Вот он выглянул. Ага. У него новых дым. Значит, там проснулись, значит, там тепло. Пойду-ка я к ним. Вообще анекдот. Парковое поле. Так, 8 часов, полтора часа осталось до нижнего. Где 8? Сколько? 72. Давай не будем мелочиться, а? Слушай, вот так вот не мелочиться, и так часы срезаешь. Это хорошо. Тогда считай 15 минут осталось до нижнего. Чего-то Нового года не сказал. До Нового года осталось 15 минут. Вот это вот не мелочиться, так не мелочиться. А до Нового какого года? Ну хотя бы 19-го. А сейчас-то февраль 18-го. В обратную сторону отрубить. Скоро Новый год, 18. Скоро Новый год был. Скоро Новый год был. Ты же можешь открыть уже там? Нет, не решается. Что ты, не могу есть? Ну, чего как-то? Ну, все один тут два. Отражается. Ох, как
туч облаков добавилось. И с правой стороны голубое небо, электрическое. Я же не понял, облака нас догоняют? Ну, это граница облаков. Вижу, вижу. Вон какой дым, дышать нечем в поселке. Может, они горят? Они тут утопят и... Ты видишь, нет, этот? Мы пойдем, как... Дымка. Даже запах в этом. Не, не чувствую. Я чувствую. А, вот, вот сейчас, да. Вон что-то вот сейчас, да, чувствую. Да зараза, блин. Ну, сейчас проедем. Все, кончилось. Вот гада. Лес пошел. Спасибо. Спасибо, гад. Он не мог на той дороге поехать? С правой стороны. Не ехать. А? Облететь нас не мог. С правой стороны, он есть сверка, пусть на ней едет. Чего это? Этот неужели не мог по этой поехать? Гады сидят там. Чего хотел посмотреть? Такую деревеньку проехали. Сейчас еще одна будет. А что, встречных не будет опять? Я смотрю больше, вот эта вот граница облаков. Это не граница. Они так смешиваются. Вот зараза встречная. Только начинается интересная игра, появляется, нарисовалась. Специально, чтобы они так рассчитали. Почему рельсы не делают зубчатыми? Тогда быстрее набирать скорость, быстрее тормозить нужно. Знаешь, как шестеренка? Так, у меня ответ какой-то ждешь? Угу. Я не знаю. Подумай. Не, не хочу. Представляешь, насколько быстрее можно было потормозить? А ответ есть какой-нибудь? Тренирован. Вот он разгоняется, раз увидел на переезде, автобус заезжает, резко, раз потормозил. А, и что с ним случилось? Он остановился, чтобы автобус не перевернул. Да, с поездом что случилось, он вообще улетел. Остановился, зачем? Шестеренка, зубчатая. Раз и встал на месте. Вот прям как вкопанный за одну секунду. Все это размазало по вагону. Ну, в машине мажешь, что? Ну, машина не встает. Ну, хорошо. Видите, как машина тормозит? Ну, сколько он весит? Какая разница? Во всех вагонах колеса шестеренки. Зубчатые. Ну, подай идею. Хорошо, да. Чего-нибудь ответит. Что там они могут ответить? Там, если бы сидели бы нормальные, умные люди, да, сидят там эти, выдумывают правила, не курить в вагон. Везде бесплатно. Бесплатно не курить. Туалет платно сделали. Где это видно, чтобы в вагоне был платный туалет? Где это видно, чтобы в вагоне был платный кипяток? Я вообще балдею. Сходить в туалет заплатил. Даже розетку зарядить, этот смартфон, телефон, и то плати за розетку. Не заплатишь, не хочешь. Thank you.
Шинка приведет порядок на виды. Путин приведет порядок на виды. Зарядки и памяти хватит? А, ты 6 менял, да? 6. Не менял, 6 поставил. А. Это до 10 часов запись. На аккумулятор, по-моему, полностью заряжен. Одна зарядка телефона до 100% стоит 300 рублей. Нифига себе. А я скоро за съемку из окна. Поэтому, скорее всего, это наше последнее видео, да? Да. Из окна поезда. У меня просто нет денег платить. Номер счета скажи. И не скидывайтесь. Ну, смотри, как раскочегарит ли там слева. Что там? Деревня какая-то раскочегарила. Чтобы тепло было. Видишь? Нет, вон дом. Да вон, посмотри, какие клубы там с деревьями. Нахрен с ними. У них это самое, сегодня простудились все. Смотри, смотри, брошенный, видишь? Ну и нафиг такой кому нужен? А ты что хочешь, хороший готовый дом, что ли? С лифтом, может быть, или еще? 14-этажный. Земельный участок обжитой, это самое. Приходи, ремонтируй, строй, живи. О. Померли бедные. Ну, подлатал. Жить в доме ты помер? Там, где не померли, там живут. А нет таких, которые живут, но просто ушли. Почему нет? Нафиг там этот дом живет, кто хочет. Уехали в город. В городе продают этот домик продают за 5 миллионов. Новый покупатель приезжает, а там уже живут без пола. Приезжает, покупатель приезжает. О, сухо, безводное, о господи. Минус 20? Сухо, безводное. Температура минус 20. И ты хочешь покупать здесь участок в сухо, безводное? ЛДПР, вам вступлю в ЛДПР, вот в этом вагончике. Штаб-квартира Жириновского. Да. В безводном. Да. В сухо-безводном, да? Да.
пусть материально содержит. Я под рекламу отдам стену. То есть кандидатов будет платить? Того и будешь. Представляешь, пошла борьба, кто больше заплатит, чтобы развести пропись на стену. Навальный. Да, это насрали, я его слышать не хочу. Этот... О, смотри, какой дым. Дым костерится. Ну, издевается, что ли? Кто он? Смартфон. Мне кажется, машинист будет издевается. Он мог бы быстрее. На час приехать. Слушай, надо было в этом, я тебе говорю. Вот нафига они сделали так, что в одном месте стоит час, а в другом месте стоит 2 минуты. Сделали, вот этот час разбили там на 15 минут на те участки, где стоят по 2 минуты. И все. Для чего вообще эти остановки делают? Для того? Для этого. Вору-вору. А я-то что? Чего, наверное, для того, чтобы люди вышли и зашли? Нет, просто тут занят в этот момент. Кто-то по нему уже едет, поэтому такие неравные. Ой, пойду-ка я спать. Ну да, не выспался, да. Ты сегодня должен дома быть? Да. Вечером. А сейчас утром. Сегодня пятница, 23 февраля. Пятница сегодня? Да. Ой. Надо грохнуть, да? Да, так быть. Твое это? Что? Закрывать их было. Что ты хотел сказать? Ты уже хочешь закрыть теперь? Нет. А я такси вышел. От вокзала? Да, конечно. Яндекс метро. Здесь, по-моему, самая низкая температура за все эти дни, которые удалось захватить. Проводница с нами не разговаривает. За весь платит за разговор.
полотенце сплотили. Сейчас. Не хочешь говорить то, что платье? В любом случае, платье. Платье, а потом уже говори. Хочешь говорить, ну хочешь сказать. Хочешь лишь мне ехать в платье? Хочешь в компанию ехать в платье? Почему никто с ним не здоровался, не разговаривал? Вот такие домики красивые стоят, смотри. Снежные шапки. Солнце, которое уже сильно слепит. А так вот солнце слепит в Тюмени утром, когда едешь на восток. Почему моя дочь дача это самое? Где ему Петр 100 рублей? Поеду на разборки. Разбойник ходит в школу, в садик собирается. Сегодня нет. Сегодня выходной день. А, сегодня суббота, пятница. Сегодня пятница, 23 февраля, когда всех мужчин... Защитников Отечества. Да, с праздником. Это защитник Отечества. Все, закончилось? Да. Че, это а защитник? Это защитник Отечества. Вот этот, трехлетний. Да. Трехлетний. Уже почти 3,5-летний. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Чего вы считали? Дни. Недели. Месяцы. Года, скоро десятилетие. Потом века. Четвертый десяток прошло. Да. Четвертый десяток. 40 лет. Не за горами. Ну да, через 10 лет.
же всем должен быть с правой стороны. Поселок за поселком, думаю. Зачем? Закон до этих дорог. Я говорил насчет того, что здесь дело записывало. Здесь говорил, а это записывал. Это громко говорит, а сама ничего не слышит. Она ей что-то говорит, а это и пишет, отвечает. Ну вот, кухать там в левую сторону. Смотри. Помогу не смотреть. Может, ты опять не так понял, может, нужно было в другую сторону. Ну, не надо, чтобы я забил, там вообще так не надо. Вот, смотрите, поезд. Ой, там. Там стриптистов целый, да? Если все летят. Нет. Пусть смотрит вот то, что смотрит. Ну, реально, там только там солнце лежит. А там такого нету. Что, пусть на солнце посмотрит. Так, что, час 7. Один час 7 минут осталось. О, уже там час. Да, один час останется. Есть погрешность на время. Ты же не знаешь, и электрон, и электрон. Да? Да. Может, мы на одной помнишь, мы приехали куда? В Новосибирск мы приехали на 20 минут раньше. И потом вместо положенных 40 минут стоит час. О, слышишь? Потерялся опять. Опять потерялся. Блин. Машинист не был. Тут крылья. Да ничего, о, видишь, поворачивай, считает вагоны. Считает вагоны. Все вагоны вместе. Все вагоны вместе. Сейчас в другую сторону. Слева посчитал, справа посчитал. Нет, он оставший вагон зовет. Оставший вагон знал, куда ехать. Ты там должен по тормозам ударить что-то. Зачем? Вот по тормозам. Что, чтобы дали, чтобы догнал его. Смотри, я на с той стороны посидел, какого хрена посидел на с той стороны. А может наоборот, нужны не деревни, а вот пейзажи вот эти. Пейзажи. Так нет, ну деревень-то у меня тут правой стороны много. Слева почти не снимал.
видел? На скорость поезда? Да. Ну, тоже что? Превышение, да. На полосу у них есть камера. Опять запах. Печенье, комплексные обеды призвали. Комплексные обеды. 2200. Комплексные обеды. Больше. Если сметана, отделится. Если майонез, отделится. Если положить мясо в борщ, картошку, капусту, морковь, это все отделится. Если подогреть все это и сварить, комплексный обед. А, это слышал. 3200. Если положить сметану, 3400. 3300. Положить майонез, 3400. Положить морковь, 2500. Положить картошку, капусту, 4. Положить сам обед? Нет. Здесь был пустой поднос, 3200. Все это вскипятите. То есть сварите. Посыпать соль, поперчить. А воду вам какую? Из скважины номер 5 или из скважины номер 15? Из канализации. Ну, когда приезжаешь, я говорю, на автомойку начинают это разводить, дурить. А вам какой же импортный шампунь или отечественный там? А вам какой тряпкой? Ветошью или замшей? А замша такая импортная или? А вам протирать автомобиль после мойки? И тебе я пойду на другую мойку. Я не смотрел, как они машину водят. Да. Машину проехали? Да. Пароход проплыл. Паром. Не скажи, но непростой, да? Это на шашлык пойдет. Его надо высушить.
Вот судьба у этого колена, да? Росло, 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 росло. Все давно уже где-то там лежат. Печи, наверное, свирешие. Оно путешествует по стране. Ну ничего, ты знаешь, ты летом только сгоришь. Теперь можно Буратино своего выгнать. Чтобы он задолбал своим носом этим любопытным. Везде будет пихать, сувать. А чё? А чё? А чё? Надо чаще нажимать. Чё, кофе будешь? Я уже ничего не хочу. А чё ты? Там вообще долго ехать. Как долго? 6 часов. А какие 6? 8. 15? 16. Ну, 8. 7 часов. Да. С 8 до 12. 4. С 12 до 4 еще 4. Ты умеешь кайф поломать. А, с 8.30 до 12 3.5. Во, вот это правильно. 7.5 часов. Это правильно. Округли, округли. 7 часов. Во. Или 10. Совсем исправился. В этом стоим. Во Владимире. Есть интернет, появился. Ну, значит, город близко. В 12.35 во Владимире будет. Так. Что, место не заняли? Или с поезда никуда не уходить? А его как место не заняли?
Так, здесь с левой стороны появились домики, что-то оживленное. С правой стороны только лес.
Поэтому 49 минут осталось. 49? 8.25 остановка. В 9.25. Так, а что? Через 49 минут. Ну, только сейчас попить и перестановка. Ну что делать? Что делать? Ну, подвинуть мне остановку. Сердце не заряжено. Да. О, и здесь наконец-то было. Но с правой стороны все равно попадает. Симпатичненько. А здесь вот встречка. Встречка. Там освещенная, там все так красиво. Сказочные резные, да? Да, а здесь вот солнце бежит. Хороводы там водят. Ни хрена не видно. Там хороводы будут. Хороводы, блины пекут. Да, стоит это костер, чучело сжигает. Да, масленица. Так, тебе две ложки? Да. Там ехать-то 8 часов. Как же без сахара? Хватит мне больше веса. Да я только одну тебе положу. Ну, хватит. Ну, все. Ну, ты себе оставил. Да я, может, купил еще. Это же просто... О, смешаю во многих. Да? Паночки. Ну смотри, все деревья это освещены источником света, а это все в снегу. Смотрите, а я тут смотрю другую солнечную сторону. Красота. Ой, какая красота.
получается. Нет, это там что-то такое. Хочешь размышлять? Подойдет.
Динамо зарядка. Динамо мешалка. Нет, на самом деле, если так поставить нормальные двигатели, нормально батарейки, вот такая вещь. И насыпал туда смешанную воду, подготовленную водонаделку на ножом, ножом, и все
пока дымится сильно. Ну, не дымится, а я заморозил. Да и у меня там. Не знаю, я в игру играю. Вот из-за тебя можем проехать. Не проедем, поверь мне. Вот прозеваешь время. 84. Ну, проедем, блин. 31 минуту еще. Ой. Да, смотри. Узнаешь? Вид из окна. Ого. Что, мороз был, что ли? Это скуда, с балкона, что ли, снимали? Не, с кухни. Это сейчас, в реальном времени? Да. А что там это за сизое облако над морем? Это над Москвой рекой. Сизое. Вот это вот верхнее? Нет, вон. Это дымка, как обычно, над этим. Ну это смог. Над церковью, да. Я это имел в виду. Порвешь. Где-то какая разница. Я заплатил за все за это. Если не повиснет. Ну вот, порвешь точно. Я заплатил. Вчера как крыса это. Крыса. Ну эти какие-то короткие, блин, ноги упираются в стенку. Один короткий. А? Ну, это нормальные. Рабочие. Да? Проверим. Так. Вообще не жалею. Что взял? Ну, на халяву, конечно, блин. Второй раз ты вот попадаешь так. Минус 18 в Москве. А здесь минус 20. Ночью минус 26. А там второй ярус есть на батарейке? Ну, нет. Вот это? Есть, конечно. Ну, прям просто вот так вот. Эти страны. Наши девчонки заняли первое, второе место. Ну, уже все, прям, все, прям медали. Медведева, наверное, ревнует. Да, но они же вечно, по-моему, это, да? Между собой или она с кем-то другой? Ну, я думаю, что Медведева это рассчитывала на первое место. Ну, по-моему, с кем-то другой, по-моему, не с Загитовой все время. Загитовой 15 лет всего. С кем она это? Вот не могу вспомнить. Алиев это мужик? Нет. Одиночек. Она все время с кем-то этот конкурирует, вот из нашего что. Загитовой. Загитовой? Алина ее зовут. А, все, ну да, да. Алина Загитовой. Она молодая? Она еще раз на Олимпиаду. Ну да. А Медведева вот такая, мы уже. Девки, они же быстрые. Да. Молодцы. Хоть кто-то взял свою. Ну, Тарасова, она своя.
Вот что значит от тренера Тарасова. Честный, порядочный. А все эти вот мутки, все эти мудки. Сразу на 15-е место сразу выскочили. Из 20-го. Или этот. Вот. Ну, третьяк. Заслуженный. Никто не спорит. Почетный. Фетисов. Заслуженный, почетный. Ребята, вы спортсмены. Вы свое дело сделали. Там должны быть грамотные функционеры. Ну какой из Третьяка чиновник? Или из Фетисова? Ну из Фетисова вроде нормальный. Заслуженный, ну, снимаю, как говорится, шляпу, преклоняюсь, там, отдаю всевозможные почести, да, ребята, вами горжусь, все, но это не ваше, вы свое дело сделали, вы памятник себе воздвигли, не лезьте вот эти чиновничьи кресла, это не ваше. А этих чиновников мудуко расстрелять, козел, из-за него все проблемы, смотрите. Видно по морде, взяточный, видно по морде, на гадах все, куплено, все продано. А потому что Путин, говорит, слишком бережно относится к окружению. Из него толку-то никакого, из этого мудуко. Смотри-ка этот березовый, как все выглядит. Ну, взгляд стеклянный. Это на собаке? Рыбий взгляд. Ну да. Когда гром грянул, тогда начали что-то делать с олимпийцами. С правой стороны в это время картинка замечательная. Вы сами выбрали левую. Смотрите. А с правой стороны. Поразбивает ментальный свой аппаратур. А спорты посмотри, какие березы. Какие березы, посмотри, дома какие. А дома какие. Хоробы. Ух ты! А с левой стороны? Блин, болото. Надо, знаешь, чего так бумажку поставить. Смотрите, любуйтесь левой стороны. Когда здесь начинается, говорить, ух ты. Поселок, продукт, что дома? Пятич. Так, ну а в это время с правой стороны, какие пейзажи. Любой этот свечка? С левой стороны, ну что, замечательная картинка. А, ваша картинка под мостом. Ну, с правой стороны, ну, пейзажи. Ну, что за пейзажи? Так,
что-то без этого. Температура минус 20, что хотите. Конечно, будет все в пыли, все морозное. Очень звонко скрипит снег. Да, что есть, то есть. Хорош такой стоит, что ого, смерть фашистским оккупантам. Далеко, слышно. Далеко, слышно. Какие замки, скалы, птицы летают, какие полянки, шары, какой-то праздник отмечают с правой стороны, красотища. Китайский просто. Новый год. Китайский Новый год, тут высокая полянка на полянке, что вытворяют, детишки. Горки катаются с горок, а вы смотрите вот свою левую сторону. Сколько? 15? Да. Да, так, видишь? Пророк. Экстрасенс. Бутылку бежит. Кто-то не убежит. Ух ты, справа стоит. Какой Данила? Дворец какой-то. А веранда какие. А вертолет садится на крышу. Смотри. Он стоит там на крыше. Площадка для вертолета. И канал подходит. Не представляю. Прям в дом канал подходит. Ничего себе. Озеро там какое-то. Яхта где стоит. Снег кругом этого ветра раздолбили. И живут же люди. А вы смотрите эти вот трубы. Я не знаю, кто сказал, что с левой стороны будет живописный пейзаж.
все стекла грязные, хоть поезд и фирменный, а стекла грязные, что снаружи, что изнутри. Вообще, по-моему, не протирают. Да? Да. Хотя фирменный поезд может быть чистенько все. Он идет трасса куда? На Татарстан. Она нет. Да, я не вижу. Что-то фуры не видно. Спят еще. Хотя нет, 9 часов. Дороги будем ехать. Справость. Повезло вам. Семнадцать. Да ты что? С опережением графика идет. О, пошла фура, наконец-то. Что ж за дорога? А? Что ж за дорога? Ну, надо поднять карту, да по карте посмотреть. Кстов проехали уже. А это там далеко еще до Нижнего Новгорода. Кстов далеко? До Нижнего далеко. 15 минут. Кстов, а мы, слушай, мы с другой стороны заходим. Да. А он показался на горизонте. Бурень. Нижний Новгород и здание. На горизонте в Твинке, но видимости не очень. Во-первых, солнце светит. Во-вторых, не могу развернуть видеорегистратор. Вот он, порт. Семи морей. Семи океанов. Пойдем по дну океана. Мы идем по дну. Да. Вот такая судьба. Да. Но справа смотри, гораздо красивее картинка. Посмотрели, куда все сотрудничали. И кто сказал левую сторону снимать? А мы надо смотреть на ту сторону. Ух ты, красота, какая она. Кроме синего неба, вот эти вот трубы меняющиеся. Лучу. Река. Что за река? Пока? О, уже вижу. Вижу, что река была. Река Волга. Вот тут две реки, Волга и Ака. Левенка. Тут две реки. Одной реке едешь по Волге, другая река Ака. Сейчас Ака была. А, нет, сейчас Волга была. Ну вот, любуйтесь.
серыми на фоне яркого солнца. Там разноцветные дома. Там разноцветные, совсем другая картинка. Зеленые, оранжевые, желтые. Правую сторону снимал, приезжали пустырь ведом. Кстати, новый мост. Ну, все, за домами скрылся. Что же за мостик, если не успел оглянуться, он уже скрылся. Ну, я поздно это сказал. Вот выезжаем в Нижний Новгород. Да, мы уже уехали. Мне сказали, что очень красивая панорама. Может, на выезде. Будем надеяться. Вот я поставил с левой стороны. Правая сторона уже есть на видео. Может, ее поискать там, по-моему, теплое время. Ты знаешь, следующая идея какая? Снимать видео 360 градусов. Ничего не хочешь сказать? Ладно, пойду я. Скажу. Куда? Куда надо? Здесь могут занять места. Знаю. Это надо освободить. Заранее. Никак. Повторяю, Нижний Новгород. Подъезжаем к вокзалу. Ну что, пойдем? Ну все, подъехали к вокзалу. Сом слева по ходу. Республика. Что за республика? Ты
Какой-то центр торговый. Республика, торговый центр. Ну вот и все. Так, это чтобы жить. Я сейчас так нахожу никого. А вы там, да? Нет, я потом. Все, Нижний Новгород. Приехали. Идет строительство вокзала, отделочные работы, что-то строят. Ну что ты будешь, до Победного сидим здесь? Ну да, пусть остановится прямо. Пока назад не поедет. А смысл там какой стоять в тамбуре? Че, ты быстрее выйдешь? Подойдите. Держи, рука. Ну положи там в угол безголовья. ЦУМ. Как переводится ЦУМ? Центральный универсальный магазин. А если по-честному? Что умеет машина? Цапля умеет мыться. Мыться. Ну хорош, куда ты уже едешь, блин, все, вот так.